Так, вот этот мальчик. Егор, что ты знаешь про светомузыку? Что такое светомузыка, пожалуйста, нам расскажи. Папа, как фокусироваться тут? Я вообще не понимаю. Поняла. Игорюня, а что такое светомузыка? Это такой прибор, который реагирует на музыку. Его можно включить в розетку. И включить музыку, он начнет крутиться. По всей комнате будут шарики летать, как будто разноцветные жучки. И будет музыка. Понятно. Кирюша, что такое светомузыка? Крутится музыка, ставим розетку, она крутится. И идут шарики, пчелки. Кидают мячи. Понятно, твоя версия принята. Что нам скажет Кристюньке? Кристи, что такое светомузыка? У меня это такой прибор, который под музыку, когда ее включаешь, и светомузыку включаешь в розетку, она реагирует на музыку и слушает ее, и в такт вот это вот все крутит. Расскажу вам маленький секрет. Я в студенческие годы была фанатом дискотек. Я не пропускала ни одной дискотеки в общежитии, на факультете, на соседнем факультете. Очень любила танцевать. Много лет я занималась хип-хопом, брейк-дансом, вообще разными видами танцев. Я жутко люблю дискотеки. Был когда-то период времени, что я очень сильно увлеклась светомузыкой, там разбиралась в ней по-всякому, и несмотря на то, что квартира была однокомнатная и маленькая, я все равно могла себе позволить. Я купила 2 осветительных прибора дискотечных и дым-машину. И вот они вот 6 лет лежали, там пылились у нашей бабули на шкафу. То, что мы переезжали, то в Севастополь, то Львов, и как бы некуда было эту светомузыку устанавливать. И сегодня, вчера наши дети наконец-то собрались вместе, устроили дискотеку такую, что тут гремело. И позавчера. Да, и позавчера. Вчера и позавчера наши дети тут включили телевизор, решили танцевать вовсю. И мы с мужем переглянулись и поняли, что, наверное, пришло время, когда мы можем достать из закрома этот старый-престарый-престарый ящик со светомузыкой, ее распаковать, и сегодня мы ее установим. Так, вот наша коробка. Смотрите, детки, смотрите, какая она пыльная, потому что она, знаете, сколько лет лежала и ждала, что вы подрастете. Столько же, сколько и тебе, Кристюшка, сколько тебе лет? Мне 7. 7. Вот 7 лет она лежала и ждала. Смотрите, что тут у нас есть. Есть 2 светочувствительных, звукочувствительных прибора. А где он будет излучать свет, этот прибор, мам? Расскажи, пожалуйста. Сейчас я все расскажу и покажу. Вот отсюда будет идти свет. Профессиональное светотехническое оборудование, которое устанавливают в таких небольших, в принципе, залах для дискотек. Вот этот осветительный прибор называется Кинта. Разноцветные лучи в разные стороны будут у нас светить. А вот этот осветительный прибор называется Океана. Это двухцветные синие и фиолетовые лучи, еще которые дают воду. 3 вот этих и вот. Ты мой котенок. Мы едем в соседнее село на дискотеку. О-о-о. Все, мы приехали. Только вот так, я не знаю. Выключаем. Следующая музыка. Мама, выключаем.